Всем привет, ребят! Ну что, появилась у нас на английском новая интересная акция. Amazing Game Bonus называется она, вот так вот. Вы имеете возможность за каждых 3000 купленных самоцветов получить один шанс на приз, то есть бонус. То есть если вы покупаете... Точнее, два. Если 7800, you will get four draw chances. Вы имеете 8 шансов. Так, left support. Ага, если не получишь на протяжении трех, напиши. Неплохая, как по мне, акция. Дополнительный бонус. Что у нас интересного? Тут есть еще... Так, это подземки. Надо пройти линии их проходить. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас в яйце, и побежим к этой акции. Сумочка. Так. One pack. Ну, это за паки такие можно получить дополнительно еще бонус. Такс. Поехали. Посмотрим на эту акцию. Ну, довольно-таки неплохая акция. Я же говорю, как бонусация. Вот так вот она выглядит. Правила я вам уже, в принципе, прочитал. Ну, рекорды какие. Это мои рекорды. 1680 это максимум от предыдущего пака. Вот видите, здесь идет за самый большой пак. То есть у меня был пак большой куплен 1680. Здесь я взял два пака, добил сапок с кристаллами, и соответственно я имею сейчас шанс получить дополнительно бонус. Вот 150 выиграл, 5% от этой суммы, то есть от 5 300, и все, то есть от последней твоей покупки. Еще каких-то... Вот видите, все, то есть максимум от последней покупки получается. А, не, все правильно, 2 за 3000. То есть, по сути, ну, реально дополнительная акция, ну, опять же, для донатов, потому что она донатная. Ну, так вроде неплохо. Так, силушка у нас растет. Быстро-быстро начали скачаться у меня уже прорывы. Сколько у меня еще? Раз, два, три, четыре, пять. 6, 18, 18 уже. Покажу вам обзорчики на некоторых еще героев. В принципе, есть еще кого качать. Кстати, качнул вот такого вот Дракоса. Надо будет только ему поменять чары на урон, поставить. О, отлично. Недомогание, обалденная вещь по локации. Очень мне нравится. Я, кстати, ее поставил на некоторых героев. Ну, на Фрейке я вам показывал, уже очень круто смотрится. Ну, я ее поставил еще на некоторых. Ну, на Архидемона я, честно говоря, забил, потому что, ну, нету смысла с Архи там воевать. Ради тех 6к кулаков лучше сделать интересных героев с интересными прокачками. Все равно кулаки как бы роли уже здесь никакой не играют. Такс, поехали, пооткрываем плюшечки, почистим немножко склад. И не в пятый сайтик. Так, вот этих у меня уже, конечно, перебор. Некуда их девать. А, у меня какие-то пятые сеты место только занимают. Отлично. Эти пятые сеты никому нафиг не нужны. Эти тем более. А продать, видите, не могу, потому что перелимит надо качать. Качать надо героев. Так. Вот это все лишнее надо пооткрывать. Блин, я надеюсь, они в обнове увеличат вместимость, потому что, ну, реально у меня уже с этим проблемы. С ихними акциями. Вот видите, не могу открыть, потому что что у меня?
Перелимит. Не понял. А почему не дают открывать? Странно. А, перелимит кулаков. Вот видите, еще одна печаль. Вы думали, у вас все плохо? Нет, ребята, у вас не все плохо. Когда у тебя ресурсов полно, а ты не можешь ими воспользоваться, либо продаешь их за золото. Но от этого никуда не денешься, видите, они не предусмотрели то, что играются в мин-панелькой люди. Будет не так просто. Ну, эти камни, опять же, эти сундуки я не смогу сейчас открывать далеко. Но вот эти еще, думаю, сможем. Там кристаллы я немножко попродавал. Тоже проблема с красными кристаллами. Они набираются очень быстро, девать их тоже некуда, приходится качать героев. Продать их я тоже не могу, потому что надо синие кристаллы куда-то девать. Для этого надо героев перекачивать. Вот все, опять перелимит. То есть, по сути, у меня вот много ресурсов, которые я не могу использовать. Просто печально. Эти я не буду открывать. 666. Надо будет какую-то акцию уже сделать. На угадайку, на открытие. Четвертые сеты. 2050. Такс. Качать мне тоже некого. В общем, жизнь боль, ребят. Но герои на 30-м прорыве реально очень крутые. Что у нас еще интересного сегодня есть? Classers Day. Так, Bycams Daily Envin. Давайте забежим. Вот знаете, чем мне нравится английский сервер? То, что здесь акции идут. Они не пропадают так быстро, как на других. Так, что-то мы там получили. Сейчас посмотрим. Ланд я не буду забегать. Давайте в проспектора забежим. Здесь я тоже все забрал уже. Special gifts мы забрали. Ну и, конечно, здесь топовый на сегодня пират. Как обычно, вы можете там... Давайте, 1200. Вот посмотрите, пятое. Коробки сразу же падают. То есть тут в этом плане карта, ПБшка. Они раз там в две недели где-то приблизительно меняют это все. Так, окей. Решила, надо будет копить эти коробки, потому что, опять же, ресурсов, как видите, вот перелимиты идут, и ты ничего не можешь сделать. Единственное, красные камни уходят, кулаки можно будет потом на желтые камешки менять. Я жду обновы, когда их удешевят, чтобы не слить сейчас просто, ну, потому что их тоже надо очень много для прокачки 30-х прорывов. Ну, в ЗП-шке проблем нет, книг полно, с КГ-шками то же самое. Тут просто слить не продаешь на 250 миллионов. Любой вариации. Тут можно вот так вот делать. Но я пока не продаю, потому что я пока качаю все. Вот. Вот такой вот английский сервер. Так, архидемона у нас нет. Позабираю награды свои. И пропадать в халяве. Ну, архи, как вы видите, донаты практически, ну так, бегают. Я, допустим, бегаю. Для меня это так, чисто ради интереса какую-то тактику увидеть. Так. А вот оскормить просит. Одно пожертвуем. 800, нифига себе, 800 кгшек забрали. Обалдеть. Вчера был, кстати, коллекционер неплохой героя. В общем, такой вот трешечок, ребят. Пишите комменты, кого вам показывать. Акции на английском, как обычно, топовые.
Всем удачи, всем пока.